Bună seara! Adversarele selecționate Moldovei din preliminariile campionatului mondial 2014 au marcat goluri fabuloase în amicale. Naționala Angliei a remizat pe Maracana cu reprezentativa Braziliei. Scor 2-2. Selecționata Braziliei a marcat prima prin Fred în minutul 57. Rol ведущего форварда, однако забивает другой человек, это Фред. Фред открывает счет после того, как мяч отскакивает от каркаса ворот Джо Харта. Здесь уже был бессилен. Англия responds peste 10 минуты prin reușita lui Oxlade-Chamberlain. Ох, какой гол! Потрясающий удар Алекс Окслейд и Чемберлена, а я еще сомневался, способен ли он принести пользу своей команде. Adversara selecționatei Moldovei din preliminariile campionatului mondial 2014 a condus cu 2-1 în minutul 79 după golul lui Rooney. Самый пробивает из дали, не просто пробивает, это гол! Сборная Англии выходит вперед! Peste 3 minute, Paulinho a stabilit rezultatul final. Brazilia-Anglia scor 2-2. В другой части спектра, но победа-то она совсем виртуальная, правда? Совсем виртуальная. Все меняется со скоростью калейдоскопа. Următorul meci al selecționatei Angliei din preliminariile campionatului mondial 2014 va avea loc la 6 septembrie contra naționalei Moldovei. Într-un alt amical, naționala Ucrainei a remizat pe teren propriu cu selecționata Camerunului, scor 0-0. Înainte de partidă, suporterii oaspeților erau optimiști. Minimal 5-0 bude. Camerun bude vigrat. A fost neată, va vot, mi budim tam să vă fit și buhat. И я потом по неделю учиться. Понравилась команда именно организация своей игры. Вот, очень хорошо держит мяч. Это бросилось в глаза. Ну, я думаю, что это, конечно, команда там хорошая, однозначно все играют в европейский чемпионат. Так что здесь ее как-то недооценивать ни в коем случае нельзя. Это очень хорошая сборная на уровне сборной Африки. Я думаю, что в мире она не последнего занимается. Не было лидеров команды. Там и ТО играл на кубок, и Сонга не было. Еще пару, еще один футболист, там вроде, насколько я знаю, любой спарринг – это лучше, чем тренировка. Удивило то, что организовано. Обычно африканские сборные, они сами по себе играют. Ну, я думаю, что, конечно, здесь все понятно, потому что тренер немец, наладил дисциплину, и это сразу бросило в глаза. Бывает, что вообще нет ударов за всю игру. Хорошо, что они хоть есть. Конечно, минус, что они, да, не в створ, но ничего. Это футбол. Сегодня не попали, завтра попадем. Я думаю, оставили на Черногорец. Ну, футбол без ошибок вы поймаете, это не футбол. Вот, так что самое главное, получили игровую практику, сыгрались, потому что все-таки 2,5 месяца вместе не виделись, не наигрывались. Так что это хороший, скажем так, матч, который и пойдет нам на пользу. Ну, естественно, в футболе хочется всегда побеждать, но иногда так получается, да, что не всегда побеждаешь. Но нужно к этому стремиться. Ну, как всегда, хочется выигрывать. Ну, как, ну, не получилось. Ну, говорю, хорошая команда тоже. Мы же не играли против Мальты. Я хочу сказать, что они могли забить гол, могли бы мы проиграть, могли бы выиграть. То есть игра была интересная. Силы у нас, я думаю, будут и на Черногории, потому что еще осталось 5 дней. То есть, я думаю, выйдем в полной готовности. Ну, никому не секрет, что с Черногорией у нас самый важный матч будет за выход чемпионата мира. Это не секрет. И, конечно, это было важно сегодня сыграть, поставить в каких мы кондициях. Я думаю, физические кондиции, вся команда в отличном состоянии. И это движение сегодня показало. То, что не выиграли, я думаю, лучше не выиграть сегодня, чем не выиграть в Черногории. Если мы там не выиграем, у нас очень мало шансов выйти. Моральный дух хороший, ребята собрались. Несмотря на то, что отпуск, все довольны. Всегда, когда сборная собирается, всегда хороший колектив, хорошее настроение. O altă adversară a Moldovei din preliminariile campionatului mondial 2014, San Marino, a pierdut în deplasare în fața Italiei, scor 4-0. Italienii au marcat primul gol în minutul 28 prin Poli. Peste 6 minute, Gilardino a majorat diferența. Italia a condus cu 3-0 după reușita lui Pirlo din minutul 50. Este Pirlo care va pe bola, golasso! Aquilani a stabilit rezultatul final, 4-0 pentru Italia în minutul 79.
Mais uma cobrança para ele, dessa vez rasante, o goleiro soltou! Gol! Aquilani! Basketbaliștii moldoveni au făcut spectacol la un concurs de slam dunk. Competiția a avut loc în cadrul turneului internațional de basket, Basketball Clash. Turneul internațional de basket, Basketball Clash, a fost organizat de către Federația de Basket din Moldova și organizația sportivă Aflis in Action. La această competiție au participat Aflis in Action din SUA, campioana Moldovei Don Basket, Gama Cahun, naționala de seniori a Moldovei, dar și selecționata Andă 18, care se pregătește pentru campionatul european. Turneul s-a desfășurat la Chișinău și Cahul.